Ну что, друзья, всем привет, и я сразу же начну сегодня с козырей. Ребята, сегодня вас ждет очень годный выпуск, как вы видите, куча кейсов уже в моем инвентаре, и просто гляньте, 4 шмотки у нас из коллекции АВП Градиент, сегодня будут дикие контракты, 3 контракта будет в общем, 2 контракта на 10% шанс и 1 на 20% шансов. На самом деле контрактов будет гораздо, гораздо больше. Это будет жестко, это будет действительно жестко, и еще в конце я думаю, то, что мы откроем звезды, куча звезд. Поэтому, друзья, давайте скорее начинать. Присаживайтесь поудобнее, готовьте чаёку. Сегодня будет реально жестко. Я заряжен по полной. Надеюсь, сегодня нам выпадет Ави Градиент. Очень его хочу. Очень жестко потратился. Ладно, присаживайтесь поудобнее. Лепите лайк, мы начинаем. Что, ребята, поехали. Сегодня у нас первая цель — это выбить перчатки. Новые перчатки, которые у вас сейчас на экране находятся. Хочу оттуда выбить красные перчатки. Ну ладно, хотя бы какие-нибудь. На самом деле было бы сегодня очень круто выбить. Я ни разу не выбивал с кейсов перчатки. Поэтому пора бы это сделать прямо сейчас в этой операции. Но скинов тут очень много годных, поэтому поехали, поехали, все, первый кейс полетел. Фух, надеюсь, повезет сегодня. Как в кейсах, так и в контрактах. Сразу же слет у нас сразу затроллили. Сразу с троллинга начинают. Да, сразу с троллинга начинается этот выпуск. Понятно, короче, а Юспик-то, кстати, классный был, помянем. Ага, ну ладно, ладно, подогреваем, так сказать, Гейба, чтобы он нам выбил. Выдал что-нибудь годное, но я хочу перчатки. Очень хочу перчатки отсюда достать. Они сейчас, наверное, вообще до хера стоят, потому что их мало на торговой площадке. Походу, мало, я думаю, пулемет кто... будет постоянно падать. А, ну да, наш любимый, очень классный пулеметик. Ладно, ничего, первые кейсы в салат улетели, но это только начало. Троллин, спасибо. Спасибо. Так сказать, поманил немножечко дропщиком нормальным и выдал говно. Первая фиолетовая! Wow. Сюда! Прикольная она такая, лагучая, глич, стильная ССГ, но надо что-нибудь получше нам, пожалуйста, сюда. Выдайте, пожалуйста. А, ну вот эмочка, да, которая была. О-о-о! Красиво! Ну, конечно, жалко не статрек, но Юспик топовый. Интересно, сколько он стоит? Давайте посмотрим. Какого-то нормального качества, кстати. Хорошо выглядит. Какого вообще? Ага, немного поношенное. Сколько стоит-то? Сейчас еще Steam просто неимоверно лагает. Я 2 часа готовил этот ролик. Пацаны не дадут соврать. 700 рублей. Ну, нормально. В принципе, кейсик 2 раза отбили. Неплохо. Но вот это мы никак не отбили, так что нам нужно что-то посерьезней. Опа, фиолетовая. Говно полное. Ну, такое что-то. Это самые, по-моему, ущербные скины вот из фиолетовых, из розовых, которые есть вообще здесь. Ну, там что-нибудь нормальное подвали, пожалуйста. Вот такого, да. Вот это то, что я мечтал. Но, Гейб, ну, давай что-нибудь там, вот это вот самое. Ну, по старой дружбе давай, как бы там. Ну, да, спасибо. Спасибо. Удаляю твой номер, урод. Будут проблемы, решай сам. Больше сюда не звони. О, опа. Вот это, кстати, мне кажется, тоже нормально стоит. Подождите, что это вообще? Немного поношенное. Еще одна копилочка немного поношенная. И сколько это стоит? Нисколько. Получается, тебе его даже не выдали. Ну да. Тиму вообще плохо. Сегодня максимально плохо. Ну ладно, будем его добивать. Поехали. Но я думаю, что Ави хорошо стоит. Рублей 658 300, рублей. Ну как этот, как и розовый. Как 5-7. Как 5-7. Да. Ну, Авик реально топовый. И он стоит своих денег, я думаю. Опа! А вот это у нас еще не было стат-трек. Ну-ка, Марат, чекни, сколько это у нас. Немного, все немного поношенное падает сегодня. 300 рублей. Ага, антистонкс. Выше бы Авик стат-трек выпал. А лучше бы перчатки все-таки. Не, ну тут еще эмочка топовая, реально крутая. И но перчатки как бы... поярче будут. Ну, перчатки, конечно, получше, блин. Так что нам вот это вот давай сразу же, без приколов. Да! Да, ты давай ПБ наберешь. Просто эта эмка троллит максимально. А вы когда-нибудь смотрели на кейс, что там тигр со змеей дерется? Нет, Марат. Вообще не обращал внимания. Первый раз только про эту операцию картинку увидел. Ну я просто ревидел и решил сообщить. Марат, ты операцию уже купил, как ты мог не видеть этого? Я вслепую покупал. Меня заставили. Ты в заложниках моргни 2 раза. Еще одна ССГ. Это для меня. А для меня что-нибудь будет сегодня? У тебя такая же есть уже. Спасибо. Блять, ну дай что-нибудь. Мистер Гейбен, 5 кейсов у нас осталось тем временем. Давай напоследок додавить. Давайте, ББ засекречено, все. Им давай. Да. Больной. Статрек. Пам-парам. Пам-парам. ББ, давай наберешь. Да, ну. На связи. Куда она? Ну куда? Давай, напоследок, пожалуйста, верим. Да! Отлично, по 90. Все, ребята, собрались последние собрались. Давай, все, жестко. Все, я молчу, жестко. Делаем жестко сейчас. Давайте. Ты иди нахуй!
Понял, короче, кейсы. Ладно, ладно, ребята, не будем вообще ни капли расстраиваться, потому что у нас 3 контракта есть. И будем считать, что мы Гейбу чисто вот так вот заплатили дань. Подогрели его, чтобы он нам выдал сейчас контрактов. Поехали, короче, начнем с чего? Начнем, наверное, вот Юспик этот отдадим. Это тоже из коллекции градиент. Использовать в контракте. Будем собирать контракты сейчас. Значит, я думаю, что можно сделать по 91. Такой чисто розовый контракт. Они, кстати, очень похожи, очень сочетаются с друг другом. Ну и что ж, господа, 10% шанс. Хотя меньше, наверное, даже, потому что ну, там как-то сбивается. Я точно не понимаю, как это работает. Но ладно. Тем не менее, ребята, даем первое согласие на первый обмен. И надеюсь, что повезет. Давай! Блять! Ладно, первое в минус. Первое в минус, но у нас остается еще 2. И один из них на 20% шанс. Так что, ладно, у нас... Мы подогреваем дальше. Подогреваем дальше Гейба. Главное, чтобы его полностью не подогреть, блять. Чтобы у нас, блядь, вообще не съел с потрохами сегодня. Ладно, так, я думаю. Короче, сейчас хитрим. Значит, на 4-й слот закинем. Нифига, маночка жесткая. Да, и вообще нереальная. Так, вот на 4-й слот и остальное докидываем. Вот так вот делаем. Она все равно остается на последнем, но будем верить, что это работает. Но мы-то знаем, что она в 4-м. Конечно, держим в голове. Так, Владик. Подписывай, вон там справа снизу роспись ставь. Ставлю. И давай, 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 а давай, все, давай. Деньги давай. Минус ББ. Блять! Спасибо! Деньги минус ББ, блять! Просто отлетают бабки вот так вот легко и просто. Ладно, пацаны, у нас последний шанс. Но последний шанс очень жесткий. Это реально сегодня самый главный ключевой контракт. Я надеюсь, что на нем повезет. Давайте, в какие слоты будем кидать? Я во второй предлагаю одну. Во второй и в четвертый, может быть, повторим, раз не повезло тогда. Я думаю, что второй раз стоит ударить. А может, давайте стоит два раза, так. Вот там, где не повезло. А мне кажется, стоит. Смотри, во второй закидываем, потом вот так... Я нужен третьим. Так, ладно, теперь в четвертый. Оп. Раз через раз вот так вот приходится. Ну, красиво получилось. Ну, как первое и последнее получились. Так. Ну, нормально, пойдет. Ну, ребята, это самый рисковый контракт. Это самая жесть. Это самая дичь. Пожалуйста, Гейб, 20% шанс. Не подведи. 3, 2, 1. Поехали. Ну. Блять, сука! Сука, как же, блять, не повезло. Как же не повезло. Какой ты Гейб, блять, козел, нахуй. Ебобаный ты козел, блять. Лучше бы я все это в один контракт закинул. Это было бы 40%. Краткий гайд, как обанкротиться, был в этом видео. Пацаны, я сегодня без боя не дамся. Я просто так это дело не оставлю. И сегодня без какого-либо профита я не уйду. Меня не остановить. Все, короче, еще один контракт. Собрался? Собрался, все, ребята, погнали. Полетели. Готовы? Давайте, 3, 2, 1. Блять, да что, какой повстанец, нахуй, какой засранец, сука, ну сколько просто можно троллить? Дерьмо. Пожалуйста, просто пожалуйста, дай сраное АВП. Хватит, сука, жадничать. Одну, всего лишь одну штучку просим, не так много же. Да мы тебе уже столько скинов отдали, реально. Давай, сколько сожрало уже. Так, даем согласие на обмен. Да, блин, шансов, конечно, мало, я понимаю, но столько попыток должно уже повести. Давайте, 3, 2, 1. Да ебал, блин. Короче, я 2 контракта подряд просто 8-й слот буду пихать. Давайте просто 2 контракта мегафастом. 1, 2, 3. Сука, блять! Да когда, блять, оно упадет? Все сразу же, пацаны, просто вот прям максимально быстро это сразу делаем. Сразу просто ловлю флешбеки с прошлых контрактов, прошлой операции, когда Авик Принц скрафтили мы все-таки. Ага, да. Сразу же просто! Блять, да это пизда, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Какой скам, ебаный, Гейб, ни с кейсов нахуй. Ничего не дало, ни с контракта. Присылай бабки мне обратно, нахуй. Почту указал в описании, блять. Я решил, раз уж бить, так уж бить. Но план отменяется. Я решил не крафтить АВП градиент. Ну просто не судьба, походу. Просто не судьба его скрафтить. Я решил все-таки скрафтить АК-47 рентген. В принципе, он по цене примерно столько же стоит. Ну и мне он тоже нравится, поэтому будем сегодня его добивать. Но это последний 1000000% контракт, потому что, в принципе, мне уже продавать нечего. Просто инвентарь теперь пуст. Поэтому, ребята, давайте. 30% шанс у нас. 30. Если это не сработает, я не знаю, что уже делать. Короче, сразу же давайте в какие слоты будем пихать эти 3 пушки. Я думаю, то, что они точно должны быть в ряд, то есть, ну, подряд идти. Но с какого слота? Мы там обосрались на 4-м, кажется. Мы там на всех обосрались, в принципе. На 4-й, 7-й, по-моему, еще какой-то. Может, начнем тогда с какого-нибудь там со 2-го? Давай, наверное, с 3-го начнем. Так, ну и поехали. С 3-го.
по пятый, получается, у нас будет. Нифига, они в разнобой разлетелись. Фух. Так, ну 30%, я не знаю. Ребята, ну за это 1000000% лайк просто ставится автоматически, потому что... Ну я реально, я не то чтобы прям для себя пытаюсь, я реально хочу сделать годный ролик, где мы, сука, сделаем годный контракт и выбьем все-таки эту сраную пушку. Реально хочется сделать для вас контент, потому что оставлять вообще без ничего, ни с кейсов, ни с контрактов ничего не выпало, ну это очень обидно. Поэтому, ребята, пора это дело исправлять. Давайте. Че, ребята, поехали. АК-47 рентген. Шанс 30%. Ладно, даем согласие на обмен. Тут либо М-ка рентген, либо калаш рентген. Понимаете, да, какой контракт? Но, правда, вот М-ка рентген ничего не стоит. Ладно, сука, страшно. Очень страшно. Нам повезет, Владик, что ты сыкуешь? Дорогой контракт. Давай, давай. Ладно, 3, 2, 1. Да! Наконец-то, блядь! Сюда! Наконец-то, сука! Мы это сделали, блядь! Наконец-то, ёбушки воробушки, блядь. Сколько мук, сколько денег, сколько всего, но мы это сделали. Ух, наконец-то. Удача вернулась, так сказать. Правда, я уже мог его на торговой площадке купить, но самое главное то, что хотя бы мы сделали так, что сумма примерно такая, что я мог его купить, но в итоге выбил. А могло быть получиться так, что я вообще остался с нулем, ни с чем. Так что мы в любом случае сделали красиво и исправили все-таки ситуацию, надеюсь, немного поношенной. Сука, после полета. А почему после полевых испытаний? Даже тут открутка, ну за что? Не, ну конечно, ладно, хотя бы после полевых, но я надеялся на немного поношенные. У меня вообще шмотки были немного поношены. И очень много. Вообще все шмотки из этого контракта были почти немного поношены. И всего 3 после полевых. Вот твари, блять. И здесь наебали. Ну ладно, я думаю, в любом случае, после операции уже, спустя 1000 лет, этот калаш будет стоить гораздо дороже того, что я сегодня потратил, поэтому расстраиваться в любом случае не будем. Есть калашик топовый, и выглядит он, конечно, сексуально. Ну и ладно, господа, на такой хорошей ноте, наконец-таки хорошей ноте, давайте, как и обещал, 100 звезд мы еще откроем. Сейчас мы будем градиент добивать, господа. Может быть, он здесь выпадет, но это, конечно, маловероятно, но было бы неплохо хотя бы эмочку получить. Ну или пару фиолетовых шмоток. Давайте, 100 звезд активируем и напоследок просто добьем этот выпуск. Но, блин, шансы все-таки имеются. Хоть попыток и не так много, но прикиньте сейчас реально куш сорвать. Вот это будет красиво. Ладно, поехали, по-быстренькому это сделаем. Так, прекрасное начало. Давай еще сюда что-нибудь интересное только. Угу. Ладно, копим ширп. Интересно, какие шансы вообще на авик здесь? Это такой мизер, наверное, вообще без шансов почти. Но люди достают, и это 100%. Как бы шанс какой-никакой, но он есть. Кто-то же продает эти авики, и я не думаю, что их крафтят. Ну, парочку, конечно, скрафтили, но 100% его именно отсюда достают. Где-то в 80% случаев. Ну хватит ширпа уже, за шо? Да, да, прям ширп сыпет. Ну, калаш ты получил, что, охерел, что ли? Сидит еще, он коллекции крутит, открывает. Давай, что-нибудь розовое. Юспик, эмочку. Даже хотя бы фиолетовое насыпь. Угу. Тут тотальное говно падает. Все, у нас 3 попыточки остается. Давай, напоследок, красиво. Понял. Все, последние 2. Давай, напоследок, прикиньте. Сейчас вообще нереально просто. Нереальный момент. Хера он долго выдавал. Спасибо, Гейб. Ну ты так порадовал, реально. Не, ну ладно, хотя бы сегодня не с пустыми руками мы ушли. Выпало нам дерьмище. Но есть калаш. Есть замечательный калашик. Ну и вот так вот я его оставлю напоследок, чтобы порадовать глаз. Ну что ж, друзья, надеюсь, этот ролик вам понравился. Я над ним очень постарался. Влил в него просто дохерище. Просто нереальные суммы сегодня были. Это, наверное, самый мой дорогой выпуск вообще за всю историю канала, на самом деле. Потому что я не помню, когда я вообще столько денег тратил, даже страшно считать, если честно. Считать я сегодня не буду, потому что нахер оно надо. Главное, у нас есть АК-47, это красиво, мы это сделали и не с пустыми руками действительно сегодня ушли. Ладно, обязательно лепите лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие ролики. Дальше будет много годноты, еще про обновление много будет роликов, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну и можете оценить наш прошлый ролик, он тоже получился очень клевый. Что ж, а с вами был MoreGames, ребята, наша команда. Всем удачи и всем до скорых встреч.